Ну что ж, и снова всем здрасте. Вот, и буду сегодня вам с вами, точнее, открывать вот такой вот тамагочик, который называется Disneyland Pocket Усатама. Вот, это тамагочик 2019 года, вот, и это эксклюзивный релиз Диснея и Бандай, вот, для токийского Диснейленда. Вот, начали их выпускать, если я не ошибаюсь, в 2017 году, и там есть прикольные кролики, вот. Они, вот, как бы, именно вот 2019 года их два варианта, вот, и к ним еще есть чехольчики, которого, к сожалению, у меня нету, но я очень хочу, но сейчас где-то вот тут вот на экранчике вы увидите и второй тамагочик, и чехольчики к ним, ну, по типу как у Пакмена. Вот. Давайте откроем, посмотрим, по идее он должен уже быть с батареечкой. Так, давайте с вами сейчас откроем. Я сразу что-то сниму. Люблю, когда это цепляется. Так. Что самое интересное, оно как бы не позиционировало себя как тамагочик. Вот, но, видите, оно сделано в стиле тамагочи нано. Вот, ну и фирменный, как бы, скажем так, фирменный внешний вид тамагочи нано. Потом вот эти вот так. Я не хочу еще снизу снимать. Уже крошечка. Ну, если честно, мне кажется, что он по размеру даже меньше, чем Пакман. Хотя, может быть, я и не права. Давайте. Нет, такой же. Пакман немножко вроде как удлиненнее. Так, тут у нас есть инструкция. Мы с вами ее тоже достанем. Так, давайте мы его посмотрим ближе. Цыпленочек. Это Disney Easter. Disney Пасха 2019 года. Кстати, видите, тут крышечки открываются не на болтиках, а на такой вот со щелочки. Мы его давайте пока включим. Так, просит поставить время. Мы сейчас с вами глянем, который у нас сейчас. И выставим. Немножко ошиблась. Ну, ладно. Так. О, надеюсь, вам так хорошо видно. Ну, вылупляется масик. Ой, он сразу такой милый. Так, давайте мы пока отложим и попробуем посмотреть, что нам говорит инструкция. Так. А, инструкция для нас. Либерта, если честно. Так. Есть кормить. Игра, которая казино. Угадывать, в какую сторону. Когда он спит, выключается свет. Так он обижается. Так он, я так понимаю, тут он несчастен, пишет письмо и уходит.
Ага, а это варианты цыпленков, которые могут быть. Ой, так они еще и разные, слушайте, прикольно. Видите, их типа 8 разных. У нас непонятно какой. Ну, а тут элементарно. Открывать. Ага, играть в мячик. Он грустный. Ничего не понятно. Как всегда. Поэтому будем изучать метод. Ух ты! Ты куда бежал? Что происходит? Кто-то пытался на этом слинять. Так. Ага. Чудесно. Это, я так понимаю, кушать. Какой-то бубличек. Кнопки очень неудобные. Они, видите, как... Хотя сам по себе тамагочек очень красивый. И тут какой-то... А, это Микки Маус, леденец на палочке, смотрите. Так, давайте мы его, короче, накормим. Подозреваю, что как и у прикольно, то есть тут как бы только функция покормить. А как мне выбрать другую функцию? Ага, вот игры. Что делать? Вообще не понимаю. Ну, короче, я что-то делала правильно. Так, то есть, получается, тут у нас на первой еда. Очень неудобно кнопочки нажимать, честно. А на второй у нас игры. Первую мы смотрели, давайте посмотрим теперь вторую. Вообще неудобно кнопочки нажимать, слушайте. А, ладно, попытаюсь ловить все. Уже не получится. А не получится, потому что кнопки неудобно нажимать. Я даже заговариваться стала. Ну, как-то так. Кстати, вот что самое интересное, вот тут очень красивый персонажик, в отличие от Бэтмена. Смотрите. Вообще такая милашечка. Ну что ж, подождем, когда будет ложиться спать или обидеться. Ну или что-нибудь еще. И обязательно вам покажу. Знаете что? Решил в нем поколупаться. Я поняла, что тут не две игры. А тут игр гораздо больше. Так, это третья. Давайте посмотрим. Так, тут игра угадывать, какому из яиц птенец. Давайте теперь глянем четвертую.
А, тут я так понимаю, ловить. Ага, это ловить нельзя было. Поняла. Ой. Глянем еще раз. Они, конечно, очень мило их удобно с собой носить, но когда играешь в них, ой, не успела, то очень болит рука из-за неудобных кнопок. Так, давайте глянем, или все. 4. О, 5 игр. Так. Не угадала. Короче, смысл игры — нажимать ту стрелочку, куда показывает стрелочка. Он тогда типа радуется, я так поняла. То есть даже если он показывает типа в другую сторону, то когда два раза показывает стрелочка, мы нажимаем два раза. Кстати, может и по еде там больше? Нет, по еде, к сожалению, два. И по функциям, в общем-то, тоже. Ладно, ждем, когда проявится что-то новенькое. Полистав немножко гайд, попытавшись его перевести с помощью Google Translate, который захватывает эти буковки, я узнала, что... Помните, в начале видео был такой момент, как будто начала двигаться картинка. Я вам сейчас его вставлю, вы увидите. Вот. Оказывается, в определенное время у тамагочиков включается такая функция, как бы так правильно показать. Сейчас я хочу открыть небольшой гайд. Вот, смотрите. Видите, в определенное время, то есть 10:30, 11:30, 12:30. И как раз мы попали на 19:35, когда я снимала видео. Вот, у нас включилась вот эта вот картинка. Вот, и в 20:30 еще одна должна включиться. Я постараюсь поставить будильник, чтобы не пропустить и вам показать. Вот, и там показывался Диснеевский парк. Вот, то есть на самом деле это очень круто. А вот, сразу хочу показать вам чарт роста. Вот, то есть сейчас у нас вот такой вот, потому что, к сожалению, там этого не показывалось. И может быть кто-то из этих или кто-то восьмой. Вот. Поэтому мы подождем и посмотрим, кто же будет у нас в итоге.
разобралась, как изменить персонажа. Для того, чтобы изменить персонажа, нам нужно часто играть в определенные игры, чтобы как бы получить, точнее, это не персонаж, а меняется его внешний вид. То есть или добавляется шапочка, или шляпка, вот, или морская шапочка, или типа как пчелка на голове. Ой, я вам сейчас покажу. Перевела немножко. Сейчас наведу. Вот. Видите, вот персонажи, то есть два секретных. Вот. И что нужно сделать для того, чтобы их получить. И сейчас я попробую посидеть, помучаться и таки кого-нибудь из них получить. Просто я, если честно, не понимаю. Они пишут, типа, надо часто сделать, а насколько часто, не указано. Ну, буду пробовать. Видите, поиграла всего лишь один раз, но перед этим я просто в эту игру играла чаще всего, если не ошибаюсь, по-моему, раз от 5 до 10, и я таки получила бабочку. Все, дальше остальные я даже собирать не буду. Мне этот тамагочек безумно понравился, просто безумно, с учетом того, что тут игр нормально и персонажи интересные. Вот, я еще хочу попробовать сегодня, да, у меня за окном строят университет, хочу сегодня попробовать связать на него маленький чехольчик, так как чехольчика у меня нету, и если получится купить, то я буду очень счастлива, хотя бы один, вот, или с ушками, или с цыпами. Вот, но я хочу попробовать сегодня связать, хотя я давно очень не вязала крючком, вот, и обязательно покажу вам, что из этого получится, вот, но это уже будет, наверное, в следующем видео, а пока я его буду выключать и прятать, так как не очень хочу, чтобы у него был потасканный вид, но это вот, это однозначно one love и must have в коллекции коллекционера тамагочек. Ну что ж, я давно не держала крючок в руках. Вот. Ну вот, что у меня получилось. Я еще... Ой. Ой. Не хочет усидеть. Но на кровати он становится, в общем-то, нормально, и его видно. Не судите строго. И вот, немножко не получилось, но... Вот так вот.